Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как установить драйвера на ваш ноутбук или компьютер. В первую очередь, для того, чтобы искать драйвера, нужно определиться, какая у нас Windows. У меня в данный момент семерка. Для того, чтобы найти наши драйвера, нужно левой кнопкой мыши зайти в пуск, кнопку выбрать компьютер, свойства системы, диспетчер устройств. Вот мы видим, на данный момент у меня все драйвера поставлены, но если вы только переустановили Windows, естественно, у вас появится местами знак вопроса желтый, либо треугольник с восклицательным знаком. И есть два способа установки драйверов. Первый способ — это с официального сайта. Заходим в поисковик Google, Яндекс, неважно что это. Вбиваем название нашего ноутбука. У меня Asus драйвера. Вы пишете свою модель. И мы попадаем на официальный сайт Asus. Видите название модели вашего продукта Asus X51R. Написано: пожалуйста, укажите оперативную систему. Указываем нашу оперативную систему. У меня стоит семерка 32 бита. И вот, собственно говоря, поисковик сайта нашел нужные драйвера для загрузки. Нажимаем скачать, скачиваем. После того, как скачали, проверяем наши закачанные файлы антивирусом. У меня стоит Avast. Проверяем на наличие вирусов. Ждем, пока отсканируют. Вот, сканирование исправника Windows завершено, проблем не найдено. Выход. И после этого уже можно обновлять. Как обновляется? Заходите в загрузчик, следуйте инструкциям. После того, как ноутбук установит драйвера, нужно будет перезагрузить ноутбук. Это первый способ, как установить драйвера. Второй способ. Опять заходим меню пуск, компьютер, свойства системы, диспетчер устройств. Там, где не хватает драйверов, здесь слева внизу будет стоять знак вопрос желтый или такой треугольник с восклицательным знаком. Мы заходим на это устройство, правая кнопочка, нажимаем свойства. У нас появляется такое свойство. Нажимаем сведения, описание устройства. Левая кнопка, нажимаем клавишу ID оборудования. И вот появилось ID оборудования. Копируем это ID оборудования, заходим поисковик, Яндекс или Google, и в интернете ищем нужный драйвер. Мне больше всего нравится сайт Drivers.lab.ru. Очень хорошие драйвера и никогда нету вируса. И у нас здесь появился список драйверов. Все зависит от того, какая у нас Windows установлена, какая битная система, 64 или 32. И по этим показателям нужно выбрать этот драйвер. Нажимаем скачать, скачиваем. После скачки проверяем скачанные файлы антивирусом Avast. Дальше заходим
Сходим обновить драйвер. Нажимаем выполнить поиск драйверов на этом компьютере. Нажимаем обзор. В той папке, в которую мы установили. Далее. И ноутбук автоматически установит наши драйвера. После обновления драйверов ноутбук нужно обязательно перезагрузить. В результате, если все драйвера будут загружены, будут иметь такую картину. Нигде не будет знаков вопросов, никаких треугольников, восклицательных знаков. На этом, в принципе, все. Если видео понравилось и было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал. Всего доброго, до новых встреч.